подивитесь попередніх відео в Ютубі. Буде відео, переліз, зробив на Берлинскую стену. Сейчас покажем вам видео. Всем внимание. Так, всем здравствуйте. Сейчас будем показывать Берлинскую стену. Бачите, сколько народа на Берлинскую стену. Який кораблик, подивіться. Ну, воно знімає, не треба було. Так, так. А зараз це сьогодні не прийшли. Плавати можна тут? Нельзя. Ой, посмотри, сколько мусора, это пипец. Не надо мусора, ты народа снимай. Что творится после Берлинской стены? Капец. Ты народ снимай. Я в ахуе. Люди отдыхают. Самокаты стоят. Такая красота. Берлинская стена. Ради вас, наши подписчики, мы пошли на обрыв. Дом у реки. После Берлинской стены. Такое здание красивое. Вот скажите мне, пожалуйста, те, кто Германию хвалит и всю вот эту пропаганду поддерживает. Вот скажите, вот куда людям садиться? Вот в эту дыру провалиться?
А ну скажите мне на милость, дыру провалиться? Да такие лавки — это позор Германии. Самый большой позор. Недаром Германия проиграла. Чего? Вторую мировую.